Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне OnePlus Nord 2 можно установить iOS. Заходим в Play Market. Для начала нам нужно залогиниться, потому что без этого нас Play Market не впустит. Вписываем наш почтовый адрес, а также пароль. Далее принимаем. После чего соглашаемся со всем. И наконец-то, когда мы уже в Play Market, вписываем iOS Launcher. Качаем последний на данный момент iOS Launcher от этого производителя. Далее. Давайте также скачаем центр управления iOS. Подождем, пока все скачается. Вот у нас iOS Launcher установился. Выходим, выбираем iOS Launcher и выбираем всегда. То есть теперь у нас всегда все будет выглядеть как на iPhone. То есть вот так. Давайте все разрешим. После чего давайте с вами зайдем в центр управления. Включим центр управления, выходим, снова заходим в него, нажимаем «Далее». У нас тут реклама показывается. Закроем ее, пожалуй. Далее нажимаем «Размер». Снова реклама. Здесь ее, как видите, довольно много. Увеличим размер, поставим снизу. Сделаем насыщенный цвет. И, например, сделаем фиолетовый цвет. Теперь выходим. Хотя нет, фиолетовый цвет у нас не видно. Сделаем какой-нибудь ярко-желтый. Далее тянем за эту желтую полоску на рабочем столе. И у нас открывается центр управления. Если вы хотите, чтобы все вернулось как было, удаляем центр управления. И также удаляем iOS Launcher. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!